Любите соусы, но следите за фигурой? Классический рецепт горчично-сметанного соуса поможет найти компромисс. Подавать такой соус можно к любым мясным блюдам или кулинарным шедеврам из птицы. Кроме этого, я использовала его даже в виде заправки к овощным салатам. Вместо зелени базилика неплохо также использовать зелень петрушки. По желанию, поперчите соус. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. У меня на приготовление горчично-сметанного соуса в домашних условиях ушло всего 10 минут. Первым делом порубите зелень базилика. 2. После этого соедините сметану с горчицей. Горчицу можете использовать также домашнего производства. Я брала 15% сметану, а если вы следите за фигурой, можете использовать вовсе не жирную. 3. Добавьте зелень в полученную массу из сметаны и горчицы. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Сметана 3 столовые ложки, горчица 1 чайная ложка, зелень базилика 15 грамм, количество порций 10. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До свидания, друзья!